вашему вниманию джинсовые куртки «Первый сорт» Швейцария. Первый сорт традиционно воспринимается как качество, имеющее следы носки, но или, допустим, какие-то модели устаревшие. Но вот конкретно у этой фабрики первый сорт всегда хороший. Мы даже иногда по качеству, я имею в виду и по моделям, мы даже иногда не можем оценить, чем же первый сорт отличается от качества экстра. Итак, стоимость вот этого лота вы можете узнать, нажав на название этого лота, там выплывет такая информация, где сказано сколько штук, какая упаковка по весу, какая стоимость. А мы сейчас с вами начнем, могу сказать одно, что стоимость этих курток, себестоимость 292 рубля. Итак, удлиненная куртка женская, я сначала повесила все женские куртки и 5 мужских, которые содержатся в этом лоте отдельно. Это М-ка. Смотрите, какая. Дальше тоже удлиненная L-ка. Это, по-моему, H&M, если я не ошибаюсь. Она точно так же имеет удлиненный фасон, что сейчас является, в принципе, трендом. Это вот наоборот, короткая. Это S. Oliver, размер 40. Каких-то там следов носки, прям вот таких, знаете, что ой-ой-ой, не, я не заметила. Это размер... Ну, он чуть больше среднего, я думаю, что это МКЛ-ка, женская тоже. Здесь пластиковые нашивки на плечах, это С-ка, короче. Real Denim, это выше среднего размер, М или L. H&M, 40 размер. Классическая куртка, вот просто традиционная, скажем так. Sisley, дорогой бренд, тоже классический образец. Традиционный, не классический. В классическом стиле джинсовые куртки вообще отсутствуют. Так, это Jessica Count A. Размер, я думаю, 40. Не написан размер. Но размер М. Гэп. Тоже такая традиционная курточка. Гэп. Размер у нее М-ка. Удлиненная Тиранова С-ка. Неизвестный. А, это S. Oliver. 36. Здесь жилетка от так, размер L-ка. У нее трикотажный воротник, и он не отстегивается, то есть он плотно пришит. Неизвестный бренд. Кнопки, бусины, стразы, маленькие стразы. Размер, наверное, М. Esprit. Esprit джинс. Но она большая. Clock House, L-ка. Элька, традиционная. Это размер М. У нее здесь интересные детали с кожзама. Лист, Элька. Опять красота, неизвестный бренд, но она уже на таких крючочках. А так вышивка, стразы, пайетки, но она большого размера. Это L-ка или XL.
А вот парка М-ка, у нее нет пуговиц, но она на поясе. Немножко есть капюшон, размер М. Удлиненная. Так, похоже на Тиранову, размер XS. Yes, no. М-ка. С вышивкой вся. М, 38 размер. Пьяцца Италия. 11-12 лет. Большой размер 42. Вилла размер М. H&M размер 34. Tailey Veil 36. Это все еще идут женские. Женская XL от Cecil. Еще одна женская Pinky, размер S. Street One, 40 размер. Женская от H&M 42. Еще одна женская Амису 34. H&M 40. И вот они пошли мужские. И здесь 5 штук. Это H&M. 40-й. Это H&M. Так, сколько тут по размеру? Не знаю, но тоже где-то так. Это H&M 34. Такая детская. И H&M размер 40. Все мужские H&M. И H&M 36 размер.